Всем привет! Спустя столько времени я решил выпустить ролик, разговорный ролик на тему моей инфантильности. Многие, даже мои друзья, говорят, что я какой-то странный, типа, блядь, нихуя не веду себя на свой возраст, типа, я так и остался, наверное, 13-летним мальчиком. Хотя в 13 лет я себя чувствовал каким-то стариком, который уже устал от этого. Не знаю, может, я рано повзрослел в то время, а сейчас все как-то... Я не могу себя отнести к возрасту, типа, каких-то взрослых людей там или подростков, потому что ни в ту категорию я не могу как-то себя причислить. Сейчас мне 18 лет, и я не чувствую себя взрослым и не младшим, типа. Я не знаю. Не попадаю ни под какую категорию человечества, блядь. Странное очень ощущение. И вы спросите меня, в чем же проявляется моя инфантильность? А я вам отвечу, что я не хочу становиться взрослым, блядь. Может, подсознательно я и хочу стать взрослее, но сейчас, в данный момент, это не... Не хочется. Блядь. Как я давно не записывал ролики. Я хотел продолжать писать ролики на тот момент еще осенью. Но я... прокрастинировал успешно, как вы можете заметить. Даже стримы выходили я проводил их очень редко в силу своей лени. И еще я не понимаю, что такое взросление в общем плане, типа, не просто идут года, и ты изменяешься внешне, что-то там мудреешь, может быть, и то не факт, с возрастом. Что такое взросление? Я не вижу разницы между собой 15-летним и 18-летним, блядь. Возможно, людей делают взрослыми наличие семьи, детей, жены, там, проблем каких-то, работы, вот этой всей хуйни, кредиты, ипотеки. Я не хочу становиться взрослым. Не хочу всей этой хуйни, блядь. Я хочу остаться, блядь, ребенком ебучим, на всю жизнь буду стариком. И заниматься той же хуйней, которой занимаюсь сейчас. Например, стримлю, играю музыку, блядь, пишу треки. Возможно, как-нибудь все это изменится, но, блядь, я что-то не вижу себя не таким взрослым ебучим стариком. Да. Всем спасибо, кто посмотрел этот супер короткий ролик, блядь. Поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на канал, кто не подписан. И все, кто сталкивался с подобным, прошу вас написать в комментариях свои версии этого недуга. Всем спасибо, пока, люди.